Всем приветики! Сегодня хочу поздравить всех бабушек, девушек, девочек, женщин с этим замечательным праздником 8 марта. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, любви, всего вам самого хорошего, чтобы вас всегда окружали любящие вас родные. Ну а сейчас анекдотики. Жена у мужа спрашивает: дорогой, а что ты мне сегодня подаришь на 8 марта? Муж: ну, что-нибудь от души. Жена: а лучше бы от Версачи. Разговаривают две подруги, и одна у другой спрашивает: что тебе муж-то на 8 марта подарил? Слушай, он мне подарил большую мягкую игрушку. Мягкую? Зато сосед твердую. Муж у жены спрашивает: дорогая, что тебе подарить на 8 марта? Получив положительный ответ, муж бегом побежал в магазин, пробегает весь запыханный и говорит: мне, пожалуйста, колготки с сеточкой для волос. Продавец так смотрит, возмущается и говорит: а может быть, тебе брюки с коробочкой для яиц?